С каждым годом пауэрлифтинг стремительно набирает популярность. В Брест на состязания приехали лучшие спортсмены из Беларуси, России и других стран. Турнир «Никто, кроме нас», посвященный Дню ВДВ, был организован под девизом «Здоровая молодежь, сильная Беларусь». Я думаю, даже по названию это все понятно. Это в честь наших доблестных воздушно-десантных войск, которые проявили себя и проявились они неоднократно, как войска спортивные, мощные, сильные, надежные, элитные. И касаемо их героических поступков, естественно, не сделать этот турнир я просто не мог. Среди участников не только профессионалы, но и любители различных возрастов. Атлеты выступили в 45 номинациях и показали ряд выдающихся результатов. Проявил себя и известный брестский рукоборец Виктор Браченя, 16-кратный чемпион мира. Ему покорился рекорд Беларуси 80 килограммов, при личном весе 81,5. Турнир является промежуточным, скажем так, подготовки. Буквально неделю назад Белорусскую федерацию армрестлинга допустили к чемпионату мира, который состоится в октябре. К сожалению, под нейтральным флагом, поэтому буду отстаивать честь страны, скажем так, инкогнито. Но когда приеду, все об этом, конечно же, узнают. Я побил мировой рекорд федерации НАП. Ну, так как это городские соревнования, это неофициальные, ну, нужно будет их просто-напросто подтвердить потом где-то на чемпионате Европы либо мира. Нешуточная борьба развернулась не только среди мужчин, но и среди представительниц прекрасного пола. Особенно отличилась брещанка Инесса Филипюк, которая установила ряд новых рекордов Беларуси. При оценке сравнивались результаты спортсменов одной весовой категории. Судьи контролировали правильность установки веса на штангу, точность выполнения упражнения, как и в любом соревновании. Кому-то вес покорялся легко и сразу, кому-то сложнее. Ребята приехали все заряженные, замотивированные. Очень приятная атмосфера, когда единомышленники собираются в одном месте. Ну, мне будет интересно посоревноваться с ребятами, узнать, насколько я подготовился к данным соревнованиям. Прежде всего, это победа над собой, то есть это новое достижение. Хочу заметить, что очень много молодежи начинает присоединяться, и это радует. Соперники в моей весовой очень сильные, и будет интересно. Соревнования позволят выйти на максимальные веса, определить ошибки, слабые и сильные стороны текущей спортивной формы на соревновательном помосте. И это хорошая стартовая площадка для спортсменов, стремящихся к покорению и более значимых вершин. Арина Василюк, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».